Всем большой привет, рада снова видеть вас на своем канале. Сегодня я повторяю дизайн из Instagram, который мне прислала подписчица. Если вам тоже интересно, как его сделать, то оставайтесь со мной и начнем. Для начала я выкрасила типсу камуфляжем и перекрываю топом. Топ желательно без липкого слоя, если у вас с липким, перед дизайном снимите липкость. Теперь по глянцевому топу я начинаю делать странные рисунки маркером. После чего я хорошо смачиваю кисть в ацетоне. В принципе, в процессе размывания вы и сами поймете, как вам лучше. И начинаю размывать четкие линии, превращая в дымок. Даю высохнуть пару секунд и снова закрашиваю маркером. И опять размываю. Чем больше вы нанесете маркера и чем лучше у вас будет смочена кисть, тем ярче и лучше получатся контуры дыма. Наношу маркер третий раз, после чего перекрою топом. Топом я перекрываю для глубины и насыщенности рисунка. Например, если перекрывать топом каждый слой маркера, а их уже было 3, рисунок бы был более объемный и такой какой-то аквариумный. Мне достаточно и 2, плюс сверху у меня будет матовое покрытие, а оно, как известно, съедает любой объем. Но если вы будете оставлять в глянце, то задумайтесь над этим. Просто каждый слой маркера перекройте топом. Я до последнего не хотела ничем дополнять этот дизайн и сразу перекрыла его матовым топом, но в конце я все-таки украсила, но зря лишний раз перекрыла матовым. На фотопримере видно объемный металлический декор, у меня его не оказалось, поэтому я заменила его гибкой лентой. Примеряю ленты к ногтю, как по мне самая широкая подойдет. Еще можно приклеить обычные ленты или дополнить стразами. Ленту я перекрываю глянцевым топом, затем матовым, так она будет лучше держаться. А сейчас минутка, как делать не надо. Я убрала с гель-лака липкость и пытаюсь сделать то же самое, что и на глянцевом топе. И как видите, ничего не получается, так как маркер слишком быстро впитывается в сам лак и размыть его просто невозможно. Для второго способа я перекрыла ноготь топом и, не просушив, буду наносить черный гель-лак. Затем просто раздую его при помощи ручки. Кто смотрел мое видео про дым, я делала так же. После просушки гель-лака я снова перекрою топом и продублирую свои действия.
конце мне не хватило яркости, я просушила ноготь целиком и уже на ничем не покрытый ноготь наношу черный гель-лак и раздуваю. Со вторым вариантом та же история, что и с первым, я нанесла матовый, а потом только решила его украсить. Я ставлю каплю топа и три стразы, которые дополняю бульонками. На сегодня у меня все, надеюсь, видео вам понравилось, и вы обязательно попробуйте на себе подобный дизайн. Подписывайтесь, если еще этого не сделали, и до скорого в новых видео. Пока-пока!